Жители Сургута продолжают проводить акции и флешмобы в поддержку вооруженных сил России, которые сейчас участвуют в специальной операции по защите Донбасса. Неравнодушные работники муниципального учреждения «Наш город» записали видеообращение для российской армии. Коллектив МКУ, напомним, также ведет активную работу с территориальными общественными самоуправлениями по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Территориальное общественное самоуправление продолжают самостоятельно проводить эту работу, собирая гуманитарную помощь с неравнодушных жителей, кто желает у себя в пунктах. Также мы оказываем поддержку и содействие им в случае необходимости. И сами коллектив МКУ «Наш город» также принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи, оказание помощи гуманитарному корпусу.